Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 5 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Льва, Тихона, Сергия, Саввы, Иоанна, Давида, Фанасия, Антония, Луки, Леонтия, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Федора, Николая, Ярослава. Мир и благословение Божие да пребывает с вами. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память святителя Льва, епископа Катанского. В сицилийском городе Катанах был один чародей по имени Илиадор, весьма искусно творивший ложные чудеса. Его неоднократно осуждали на смерть, но он вдруг исчезал и в один и тот же день являлся в различных местах. Напрасно святой Лев, епископ Катанский, память которого мы совершаем, убеждал Илиадора покаяться. Он смеялся над увещеваниями святителя и однажды пришел в храм, где Лев совершал службу, и произвел то, что молившиеся в храме христиане начали топать, прыгать, смеяться и делать другие непристойности. За такое оскорбление святого храма Лев подошел к Илиадору, связал его амофором и вывел из храма. Потом приказал зажечь костер и взошел в огонь с Илиадором и стоял до тех пор, пока волк не сгорел. Огонь, уничтоживший Илиадора, не коснулся даже одежды святого Льва, который остался невредим. Вот какое великое поучение для всех нас и наказание тем, которые бесчинно ведут себя в храме Божьем.